Госавтоинспекция разъяснила особенности нового документа, который устанавливает требования по приему экзаменов на права. Согласно нововведениям, ужесточились требования к площадкам, маршрутам и оборудованию учебных автомобилей. Также ГИБДД объявила о запуске нового информационного ресурса на своем сайте. На нем будет размещаться список автошкол, прошедших аккредитацию по новым правилам подготовки водителей. Они вступили в силу 12 августа. Согласно данным Госавтоинспекции, лишь 2500 автошкол подали заявки на проведение проверок. А это всего 32% от всех обучающих организаций, которые числятся в государственном реестре. Чуть более 1500 учебных программ, подготовленных автошколами, уже согласованы с ГИБДД. И только 520 из них получили заключение автоинспекции. В ведомстве считают, что отсев из-за несоответствия технической базы школ новым требованиям не превысит 30%.